Итак, мы тут собрались, чтобы обсудить о том, как должны и могли бы выглядеть сегодня новые города. Естественно, это не голословно, то есть мы не просто фантазируем. Вы, наверное, все знаете, что недавно Сергей Шойгу, министр обороны, объявил о том, что в Сибири планируется строительство 5 новых городов-миллионников, что они будут связаны с высокотехнологичным производством, самым разным. И, соответственно, ну, это какое-то очень важное заявление. У нас уже есть национальные проекты «Жилье и городская среда», тоже очень крупные. И вот сейчас новые города. И, соответственно, ну, как бы кто, как не архитекторы, должны вообще подумать о том, как это вообще могло бы выглядеть. Ну и в связи с тем, что сказал Сергей Шойгу, были интересные комментарии политологов, в частности Сергея Караганова, который предостерег. Он сказал, что нельзя, чтобы эти города были только технократическими, то есть нельзя, чтобы это был просто поселок при заводе, потому что в такие города никто не поедет. И вообще, что надо сделать, чтобы люди поехали в Сибирь? Это же не так просто. Вот. И понятно, что здесь очень важна символическая, идейная составляющая. Ну и, соответственно, как бы возникает вопрос, а какие города могут быть достаточно символически наполненными для того, чтобы вообще остаться потом жить в веках? То есть если мы начнем просто застраивать это в какой-то временной эстетике, ну как бы это не получится. Вот в связи с этим, естественно, возникает вот такой интересный кейс, который осуществила в свое время Екатерина II. Как многие, наверное, знают, буквально в течение 33 лет было построено 350 российских городов. Ну, то есть не то чтобы построено, они были перепланированы, заложены частично, так сказать, улучшены старые и так далее, но были созданы исторические центры традиционной эстетики. Вот. И я хотела как раз сказать, что вы их все знаете, да, а вот этот человек, который оказался таким суперменеджером, Иван Иванович Бецкой, который, собственно, был главой Академии художеств, вообще сделал очень много всего, и, соответственно, он руководил этой программой, и все получилось. Под его началом было, в общем, не так, может быть, много людей, да, у него были главные архитекторы, он, значит, учредил комиссию каменных строений Санкт-Петербурга и Москвы, а затем, когда случился пожар в Твери, Екатерина повелела, значит, по всей России делать эти города вот как бы вот в такой вот эстетике регулярной, да, то есть это было связано с идеями просвещения, с желанием просто обустроить всю страну, и главное, что у него получилось. Но самое интересное, что эти города до сих пор живы, и до сих пор они служат. Вот я просто буду быстро тут показывать какие-то планы, которые вы, в общем-то, все знаете. И вот, например, Калуга, да, вот посмотрите, пожалуйста, как выглядят эти здания 18 века. Они прекрасно служат до сих пор, и там до сих пор административные учреждения, либо университеты. То есть эта архитектура, к тому же, еще суперэкологичная, если бы мы ее сейчас оценивали с точки зрения современных экологических сертификаций, то они бы получили просто там LEED, Platinum или BREEAM, там Excellent, потому что это архитектура, которая 250 лет существует при любой экономике. Сколько сменилось экономик, там была и социалистическая, была там, не знаю, крепостное право, а она служит, значит, наверное, в ней есть что-то такое, что дает ей символическую ценность. Я уж не говорю о том, что для жителей это просто предмет гордости и основа их идентичности. То есть эти здания люди любят, не сносят и так далее. То есть у них есть вот эта вот символическая глубина. Так, сейчас, секундочку. Вот. Ну вот еще раз, Калуга тоже, вот там площадь Торг, торговые ряды. Это то, что является основой. И я просто буду быстро показывать. Я хочу, чтобы наши участники сегодня поговорили. Они смогут сказать больше, чем я. Вот, просто показываю быстро русские города. Это Тверь. Тоже, опять же, все здания, которые, так сказать, служат, и которые... Не все они в идеальном состоянии, вот... Кострома и так далее, Торжок. То есть это прекрасные города, которые могут быть основой. Да, сейчас прошу прощения, я прервусь. Я вот не представила наших участников, потому что я все ждала, когда нас подключат и начнется запись. Я сейчас прервусь и сделаю это. Значит, ну давайте вот с того конца начнем. Михаил Белов,
архитектор, профессор МАРХИ, неоклассик, можно так сказать. Затем Григорий Ревзин, партнер КБ «Стрелка», профессор Высшей школы экономики. Михаил Филиппов, тоже вот архитектор неоклассик, работающий в традиционной эстетике, профессор Академии живописи, ваяния и изучества Ильи Глазунова. Дмитрий Бархин, тоже архитектор и тоже работающий в традиционной стилистике, почетный архитектор России. Степан Липгард, тоже архитектор, но еще не профессор, кажется, или уже почти. Вот, но тоже работающий в традиционной эстетике достаточно успешно. И вот сегодня мы, собственно, с ними будем разговаривать. Так, дальше опять же быстро показываю наши замечательные русские города. Вот, все вы их знаете. Ну, их 350 было при Екатерине построено, а затем при Александре I и Николае I еще 150. В общем, около 500, и это, в общем, полстраны. У нас сейчас, по-моему, вот Гриша, кажется, делал индекс городов, их там 1000 с чем-то. 1112. Ну вот, а 500 у нас сделала Екатерина. Ну, естественно, меня очень интересует вопрос, а можем ли мы повторить этот успех? И чтобы у нас они тоже на 250 лет, а не так, чтобы вот на, как бы, как в Хрущевке построили, а через 30 лет надо сносить. Но Хрущевки еще легко сносить, а вот то, что 20 этажей и 25, сносить уже сложнее. Но я не буду вот сейчас специально останавливаться, вы все их, в общем, знаете. Это среда, которая обладает высокой символической составляющей. Это Иван Старов, который был одним из архитекторов. Их всего было при Екатерине трое. Значит, первые два года был... Нет, первые 10 лет был Квасов, потом два года был Старов, и затем Лейм, Иоганн Лейм, который построил около 300 городов. То есть вот Иоганн Лейм больше всех спроектировал. Вот. И все это делалось очень разумно, потому что все существующие здания, каменные кремли, храмы сохранялись, каменные строения сохранялись. Вот. Но каким-то образом эти вот регулярные планы накладывались на эти города и, ну, в общем, как бы увязывались. То есть понятно было, что в центре это решалось в центре, а местные архитекторы это привязывали к местности, но потом утверждали в центре. И это получилось. Так, я все время листаю в другую сторону. Так, а вот теперь мы переходим в современность. Вот это Горки город, Нижний город, который построил Михаил Филиппов, вот здесь присутствующий. И это уже современная традиционная архитектура. Город построен к Олимпиаде, и сейчас это процветающий курорт, круглогодичный. То есть и горнолыжный, и спа-курорт, и, ну, там много всего. И вот, пожалуйста, то, что, ну, дико популярно у жителей. То есть там просто все в Сочи знают этот город, все туда едут, экскурсию туда возят. То есть это просто вот то, что процветает. И вот это тоже Горки город, Нижний город. Вот это тоже город, который Михаил Филиппов построил. Это я к тому, что можно же построить в традиционной эстетике сегодня. Многие говорят, что нельзя, что там есть какие-то проблемы экономики. Но вот, пожалуйста, вот они есть. Вот, в смысле, вот этот город. Значит, ну, это я показываю ансамбль, который построил Михаил Филиппов в Москве. Итальянский квартал, просто показать, что у них не только города есть, но у них есть еще, так сказать, много там жилых ансамблей в гор. Вот, это просто чтобы была видна палитра. Это верхний город Максима Атаянца. Он такой вот на рельефе. То есть тоже Горки город, но на отметке 960. Вот. Это город Набережных, который Максим Атаянц построил под Москвой, и он был интересен тем, что это жилье совсем доступное, да, то есть оно на первом этапе, квартира 30 метров стоила 1 800 000, то есть это вообще невероятная цена, ну, то есть как там в панельном доме, и, соответственно, при этом вот такая вот эстетика, то есть оказалось, что это возможно, опять же, если есть воля на это школа, вот это все Горки город, это паркинг.
Вот, с такими каналами, да, с, там еще есть всякие ротонды и так далее, я уже не стала это все. Значит, а этот город построил Михаил Белов, сидящий здесь архитектор. Вот, он вот другой немножко, это скорее такой город-сад, который состоит из вилл, в нем есть церковь и школа, тоже такая вот среда получилась. Поселок называется Монолит. Тоже все живет. А это дом, Помпейский дом на Арбате Михаила Белова тоже вот видно. Я просто показываю диапазон традиционной архитектуры. То есть она на самом деле может все. Ну, по моему личному мнению, может быть, сейчас меня, так сказать, со мной кто-то поспорит. Вот. А это офисный ансамбль Туполев Плаза Дмитрия Брахина, тоже который у нас здесь присутствует. Тоже вот такой вот интересный... В центре города целый квартал, да, тут была первая и вторая очередь. Интересное соединение стекла и ордера. Вот я показываю фрагменты, тоже качество. Ну, это квартал меценат в Замоскворечье Ильи Уткина. Такое дорогое совсем жилье, поскольку просто место такое, и оно еще малоэтажное. И, соответственно, оно там рядом с памятником архитектуры, церковь Воскресения в Кадашах. Так, это тоже... Илья Уткин, Царев сад, это вот кусочек, который он делал, такое центральное жилье. Жилой комплекс «Ренессанс» Степана Либгарта, у нас молодого нашего самого участника, в Санкт-Петербурге, в спальном районе, но редко отличающийся, как такой десант Санкт-Петербурга в спальный район, потому что эстетика ар-деко позволяет даже достаточно высотное жилье структурировать так, что оно воспринимается очень гармонично, и как бы соснести его с человеком. Это вообще большое мастерство. Здесь есть даже, по-моему, до 22 этажей некоторые башни, да, Степ? Ну, то есть понятно, что это требование заказчика. Мы-то все любим город более, может быть, гармоничный, там 6-7 этажей, там 5-7, да, условно, исторически. Но вот как бы и такую сложную задачу традиционная архитектура решает. Так, еще раз вот показываю ЖК «Ренессанс». Вот тут такая ротонда планировалась как оммаж 30-м годам ленинградскому ар-деко. Вот тоже проект Степана Либгарта, ИД «Московский». И Артем Никифоров, который здесь не присутствует, вот офисный комплекс его в Санкт-Петербурге, тоже в стиле промышленной архитектуры и рядом с памятником промышленной архитектуры депо Николаевской железной дороги, ну и сам вот офис называется. Тоже вот можно посмотреть, опять же, качество того, как это сделано и как это придумано. Теперь вот перехожу к... проектом насчет того, что действительно можно что-то построить или нет. Вот мне сейчас только Григорий Ребзин сейчас рассказывал, как это все тяжело и трудно, и как это почти невозможно. Тем не менее, вот сейчас Михаил Филиппов в Сыктывкаре планирует построить целый такой... Ну, Северный Версаль, да, то есть это город со всей полнотой городской функции. Я не буду про него рассказывать, потому что он сам расскажет, просто показываю сейчас вам графику. Вот, опять же, то есть, если есть воля заказчика или градоправителя, то все возможно. И вот показываю проект, который сделала мастерская Михаила Белова. Это магистры делали. То есть это у нас уже третье поколение неоклассиков рождается. Вот здесь у нас автор присутствует, тоже Салях Катиев. Да, это вообще был такой квартал, где, ну, как, который назывался Кремль-2, то есть куда могло бы переехать правительство. Опять же, не буду распространяться, потому что лучше расскажет автор. И просто показываю диапазон. Вот. Ну, собственно, вот на этом и все. Вот. И у меня теперь вопрос к присутствующим. Вот. Я бы попросила Михаила Анатольевича Филиппова сначала выступить. Благо у нас тут вот картинки есть. И все-таки рассказать, возможно это, невозможно. Да? Вот у меня есть такая мечта, мне кажется, что традиционные города построить прямо нужно, обязательно. И тогда у нас вообще страна будет по-другому развиваться. Вот. Не знаю, убедил я вас или нет. Вот сейчас Михаил Анатольевич нам расскажет про проект в Сыктывкаре.
Ну вот я хотел, значит, представить на этом эту свою работу, потому что она как бы, ну, у меня много построено чего уже таких и даже похожих на город или квартал и так далее. Но вот здесь получилась такая довольно, ну, цельная как бы идея. Ну, мне хотелось обобщить немножко то, что я уже наделал. И тут самое главное, что тут, ну, как бы в этом городе сделаны некоторые принципы, которые я сейчас сформулирую, градостроительные, которые очень, на самом деле, просты, как ни странно. Ну, я немножко расскажу про сам город. Город тут, это, значит, на реке Вычегда, известная огромная такая река, она размером вообще с Неву по ширине, вот, стоит вот этот город. На этой реке стоят знаменитые наши архитектурные памятники Севера, Сольвычегодск и Великий Устюг. Он находится на впадении в северную двину этой Вычегды реки. Так что тут есть некоторая традиция. То есть не традиция, но как бы это интересно очень. Место не... Это исторически далеко не был каким-то странным северным углом, как кажется. Это, в принципе, было очень живое и такое, ну, важное место для России. Это знают, кто знает про эти северные места вот эти. И вот там, значит, такой узкий участок, который вдоль речки, который вдоль этой реки сделанный, который ограничен с двух сторон такими, с одной стороны, лесопарком, с другой стороны, такая парковая зона, которая приходит на место заливаемой территории. И вот такая родилась идея сделать такой градостроительный, как бы вот образование, такое похожее на город, близкое уже к городку такому, которое связано с парковой зоной и как бы сверху, то есть с восточной стороны и с западной стороны. В чем тут как бы, ну, идея основная? Это в том, чтобы градостроительные оси правильного нарисованного города, нарисованного по принципам, я о них немножко больше скажу потом, нарисовано, чтобы это переходило в парковую зону. Это, собственно говоря, ну, так сказать, идущая от Версаля, не только от Версаля, а еще очень многих примеров, известных исторических примеров европейских городов и русских городов, когда структура парка, его осевая, ну, система, она как бы продолжается в городе. Или наоборот, это можно считать. Например, собственно, планировка Версальского парка, всем знаменитого, она положила основания для градостроительства Парижа. Вот эти знаменитые парижские бульвары, первые в 17 веке проложил тот же самый Ленотр, который гениальный автор Версальского парка. Это всегда... начиная от короля, кончая вообще всей Европой, именно парк являлся, именно Версальский парк являлся основой для градостроительства. Вот. Город этот, вот это место имеет очень пологий, но довольно, ну, пологий, но все-таки очень существенный рельеф. На 14 метров перепадает он по ширине, то есть на 3 этажа. И поэтому этот город сделан как бы террасами такими. Террасами и на снижение этажности. Что тут очень важно? Та градостроительная задача, которая была ставлена, ну, инвестиционного проекта, предполагала определенное количество квадратных метров. И вот в такой планировочной структуре, которую я вот сейчас рисую, я не буду описывать ее построение, об этом можно много говорить, но получается, что средняя этажность 4 этажа. Это то, что, мне кажется, является оптимальным вообще для строительства новых городов. Я вообще скажу вам, ну, такую странную вещь. Мне кажется, что выше 7 этажей вообще строить ничего нельзя. Просто это, ну, неправильно. Вот. Это, и смотрите, но в чем тут принцип? Я так сейчас коротко, чтобы долго не распыляться. Принцип построения заключается в том, что это не город в привычном смысле слова, даже из того, что мы видели прекрасные примеры, там Петербург и так далее. У Петербурга есть один, ну, известный всем недостаток тогда. Он, несмотря на то, что он имеет совершенно уникальную, может, лучшую в мире градостроительную структуру сетки улиц, которая всегда бесконечно описана, вот,
он имеет так называемые дворы-колодцы. Преодоление этой, ну, откуда они взялись, я сейчас не буду говорить, эти дворы-колодцы, они имеют свою романтику, которая была очень описана, ну, особенно стала интересным там, ну, благодаря Добужинскому, скажем. Но, тем не менее, в общем-то, жить там трудно. Я вырос в таком дворе-колодце на Пестеле 5, и я знаю, о чем речь, и в Петербурге в начале 20 века особенно возникла система так называемых курдонеров, это дворцов, дворов, которые имеют такие же и, может быть, иногда даже более существенно важные фасады, дворы-фасады, то есть, как и фасады, выходящие на магистральную улицу. Это вот, например, знаменитый дом 26-28, это дом Бенуа, его так любят называть, на Кировском проспекте, точнее, на Островском, простите, я по-старому называю. Вот. И еще, так сказать, несколько примеров есть. Особенно целое градостроительное великолепное образование, это дом Толстого, который соединяет набережную Фонтанкой и эту улицу Рубинштейна, знаменитый, который содержит в себе фактически четыре двора, переходящие друг другу в улицу. Это такой, ну, как я его когда-то называл, таким парфенон доходного дома. Это, собственно говоря, пример нашего градостроительного решения. Но в нынешней ситуации, вот, значит, я считаю, что проектировать нужно. Ансамблевые улицы должны становиться бульварами, широкими бульварами в классическом градостроительстве. Застройка должна быть сплошной фасадой. Ну, то есть дома должны примыкать друг к другу, то, чего не делало сталинское градостроительство. И это является ее самым существенным недостатком. Это заметил еще даже Бунин в 1935 году. Вот. О том, что не получается как-то вот сталинская архитектура, она не получается продолжением этого. Теперь, двор – это ансамбль. Двор является важнейшей частью, и каждый из дворов, который рисуется, должен быть нарисован, и градостроительный, и вместе с благоустройством должен представлять из себя один ансамбль. Не существует ни дворов, ни... Это тоже такое, ну, как бы новое немножко и современное. И ширина двора должна быть не меньше, чем 42 метра. Это я как бы большим опытом просчитал по отношению к этому, по отношению к высоте, там, инсоляции и так далее. Все это муть, с которой мы связаны, когда делаем эти градостроительства. Вот такие принципы и все. Вот если есть... Ну и кроме того, сама по себе композиционный смысл рисования города, это же сочетание простых как бы, ну, структурных систем, которые связаны с делением круга на 3, 4, 5, 6 и 6 частей. Понимаете? Это полигоны так называемые. Они являются единственной композиционной структурой, вообще говоря, традиционной архитектуры. Никаких золотых сечений мы не признаем. Понимаете? Потому что их нет на самом деле в природе. И на этой выставке, если вы посмотрите, там такая есть картинка и так далее, которая иллюстрирует, как фасад обыкновенного обыкновенного портика двухколонного молекулы архитектуры сделаны точнейшим образом по Виньоли, как он вписывается в полигональные системы. Системы полигонов. Ну, мы под словом полигон обычно понимаем, там, где стреляют, там что-то. Но, в принципе, полигон слова, это означает разделенные на правильные... Все. Я хотела, да, сейчас сказать, что Михаил Анатольевич сейчас рассказывает о своем учебнике. Он сейчас пишет учебник по градостроительству, и действительно там потрясающе здорово это все сделано, потому что, ну, это, наконец, могут молодые архитекторы пользоваться этим учебником и просто учиться классической архитектуре. Вы же знаете, что когда Хрущев начал бороться с отличеством, у нас школа умерла классическая. И дальше каждый из архитекторов просто всю жизнь положил на то, чтобы изучить ордер. То есть это такие были очень большие усилия. А вот сейчас у нас будет еще учебник, поэтому вот Михаил Анатольевич уже начал нам про него сейчас рассказывать немножко. Вот. А, соответственно, Сыктывкар, да, вот этот вот район, Югутчей называется, он спланирован в соответствии вот с этой системой градостроительства традиционного. Так, и теперь мы предоставляем... Спасибо большое, Михаил Анатольевич. Теперь предоставляем слово другому Михаилу Анатольевичу, Белову, у которого тоже есть презентация, и который... тоже нам сейчас расскажет. Не знаю точно, что. Он мне не сказал, о чем будет говорить. Да, конечно. Пять минут. Слышно меня, да? Я буду короток, и я сделаю небольшой исторический экскурс такой, который начнется в 87-м году. Дело в том, что
В 87 году уже были предприняты попытки делать историзм. Руководство Союза архитекторов заказало вашему покорному слуге проект реконструкции улицы Щусева. Они зондировали, возможно ли это. Совсем немного времени прошло, 91 год. Японцы заказывают вашему покорному слуге город, который вполне можно считать историзмом планировочным. Я провел почти год в Японии и спроектировал квартальную застройку. Система здесь довольно сложная, и формат выступления короток, объяснять его нельзя, но я просто говорю вам о том, что работа постоянно шла, анализировалась ситуация, и вообще было сделано очень много проектов. Очень много проектов делалось со студентами. Вот комбинированная застройка, где часть вполне построена на традициях. Вот наша версия. Вот этот студент Катиев сделал версию новых черемушек. Только это черемушки антихрущевские. Это застройка средняя. Я не так радикален, как другой Михаил Анатольевич. Я считаю, что 6-8 этажей вполне возможно. И вот, наконец, огромный проект, который мы только что сделали, который состоит из 4 секторов: делового, культурного, учебного и административного. И здесь мы фактически предложили сделать новую столицу Российской Федерации. Или империи, если угодно. Хорошей, правильной, доброй империи. И здесь заложено очень много идей. Сейчас не тот формат, в котором надо вдаваться в подробности, но, поверьте, они здесь есть. Здесь очень много идей заложено, они самого разного характера. Мы не отказываемся даже от башен. Вот эти проекты уже промелькнули у Ларисы. И это соединение традиций и самых безумных технологий, потому что здесь есть и парки дронов, и трансляции мероприятий, и как-то здесь распределяются властные полномочия довольно неожиданно. И я не хочу это рассказывать и вдаваться в подробности как бы глубоко, но они, безусловно, здесь есть. Поэтому работа ведется. Делалось очень много проектов самых разных. Что-то построено, что-то планировали, сделались города, потому что практика уже насчитывает, моя лично, 40 лет. Вот. И я не вижу в этом чего-либо. Но я уже просто устал ходить и предлагать себя. Когда что-то делаешь под крики о том, что мы ищем идентичность, и она там есть, потому что я знаю, я в состоянии понять, где есть идентичность, а где ее нет. Но ее просто не замечают, ну так флаг вам в руки, ходите, ищите ее хоть всю жизнь. Можно строить сейчас, вот только что я приехал завершенные стройки вот этого здания. Ну вот, есть технологии, есть конструктивы, есть приемы, которые позволяют делать так. Но это, конечно, роскошный вариант. Это для центров потенциальных городов. Здесь все это отрабатывается. Это как бы полигон приемов. Можно, главное, это отказаться от постылого панельного строительства, которое как просто пиявка или как репей присосалось к нам. И когда реновация обещает нам заменить там шестиэтажные, там пятиэтажки, там девятиэтажки, наконец 18-этажки на что-то удобоваримое, а потом это превращается в 40-этажки, то опять же панельное. И что с этим будет потом, и никто не знает, то, разумеется, очень сложно рассчитывать на что-либо. Поэтому опыт есть, силы есть, делать все это можно, проблем я никаких не вижу технических. Я вот занимался сейчас фактически 20 лет, потратил на личный эксперимент. Я проектировал так, как будто бы не было после 2014 года ничего. Мне говорили, что нельзя строить так, как раньше. Можно. Совершенно спокойно. И не надо выдумывать ничего. Потому что все это зависит от воли. Вот это дом в Санкт-Петербурге. Если предыдущий дом был фасад навесной, то здесь кирпичные стены.
тоже это возможно, и тоже это можно строить и реализовывать. Поэтому я не вижу никаких технических проблем. Я вижу странное общество, которое вцепилось в свою выгоду, и которое декларирует одно, делает другое, подразумевает третье. Все. Спасибо большое, Михаил Анатольевич. Вот, да, и, кстати говоря, как вы, наверное, видели вот в этом проекте «Кремля-2», на башне был Пушкин, наше все. Я хотела сказать о том, что у нас все-таки культура, вообще самосознание национальное очень культуроцентричное, потому что, ну, если мы возьмем просто вот, ну, то есть мы сильны в традиционной культуре, я бы так сказала, причем в той, которая оплодотворена еще Европой, да, то есть все-таки Пушкин, Толстой, Достоевский и там Чайковский, Рахманинов, Шостакович, их слушает весь мир. И, между прочим, в фильме «Великая красота» Соррентино тоже звучат два современных русских композитора, которые пишут традиционные эстетики, красивую благозвучную музыку. Это Владимир Мартынов и Арво Пярт. То есть в великой красоте он взял себе наших композиторов русских. И, между прочим, недавно Соленгарес, вот Михаил Анатольевич Филиппов тоже участвовал в конференции в научной, и там у него был диспут с Никсом Соленгаресом, такой есть тоже автор книг, в том числе о традиционной эстетике. Он сказал, что все смотрят с надеждой на Россию, потому что только у нас тут возможен размах, только у нас тут красота спасет мир. Наш-то класс, сказал Федор Михайлович. Так что, ну, как вот видите, здесь действительно диапазон огромный. Давайте я предоставлю сейчас слово еще другим авторам. Можно секунду, комментарий? Да. Там Пушкин по одной простой причине, потому что написал, что он ближе микрофон себе воздвигнет не рукотворный, а мы решили, что надо сделать рукотворный. И туда вообще подразумевается, что на этот огромный административный комплекс приезжают дети, они поднимаются в эту пушкинскую башню, и оттуда рукотворного памятника смотрят на, так сказать, то, как устроена власть в Российской Федерации. Очень интересно это придумано, смею. Да. И говорит, есть? Не знаю. Есть? Нет. Нет, вот можно этот взять еще. Ну, на самом деле, я хотела бы, чтобы мы все-таки сейчас, архитекторы, представили еще свои мысли на эту тему, а потом Григорий Исаакович Ревзин, который вот тут перед встречей беседовал, мы с ним вместе беседовали, и он, в общем, все-таки скептично настроен относительно того, что мы там можем построить в Сибири. Я бы хотела, чтобы он потом вот нам как бы эту матчасть объяснил, что и как, и что делать, и можно ли что-то сделать, и что можно сделать. Вот, Дмитрий Борисович, вам слово. Да, слышно, если... да? Да. Слышно? Добрый вечер, друзья. Я, может быть, жалею, что я не знал, что надо было подготовить какой-то видовой материал, поскольку у меня за последние 25 лет сделано довольно много, построено довольно много, какие-то сделаны проекты, поэтому, в общем, мы могли бы что-то показать. Из городостроительных у нас был проект такой, в Микининской пойме для заказчика у Александра Асадова. Ему это было очень интересно. Мы, собственно, его делали, а он его как бы представлял этому самому инвестору. Ну, потом это все не пошло, это не так сейчас важно. Понятно, что идеальные города, они возможны и нужны, и они были осуществлены не только при Екатерине, но они были осуществлены и в 30-е и 50-е годы. Вам известен очень хорошо Норильск, о котором вы, видимо, мало слышали и мало видели его. Я, так сказать, видел какие-то слайды, снятые нашим молодым коллегой Андреем Ибиным. Это все очень интересно. А вообще говоря, почти условно о идеальных городах можно говорить, о восстановлении городов после войны, и в которой участвовал и мой дед, в частности, вот его центр Севастополя, так сказать, частично реализован. Ну, вообще все это частично, да, в какой-то степени, в большей, может быть, мере был осуществлен замечательный совершенно проект, ну, по сути дела, тоже идеального города. Это Волгоград, который был построен Симбирцевым, совершенно замечательным человеком. Василий Николаевич, я прекрасно помню, он сидел у нас много раз за столом. Папа у него когда-то кончал институт и потом учился и работал на строительстве театра Красной Армии.
Поэтому, вообще говоря, это все абсолютно реально. И вот эти прекрасные все фотографии, которые мы видим, они показывают, что огромное количество... Ну, это... Вот, вот, пожалуй, пускай останется вот эта картинка. Она, по крайней мере, я и хотела чуточку, ее найти, чуточку, да. Более, чуточку, да, да, более, да, похожа на меня. Ну, потому что там бывали какие-то условия странные. Всегда бывают странные условия. Это все подтвердят, кто делает. Почему кто-то у кого-то отрывает колонны, как у меня на доме на Погорельском переулке. Просто отрывали их реально от фасада. Так что все бывает очень интересно. Но... Вопрос о том, какой язык выбрать. Ну, боже мой, ну, выбрать язык. Вот сейчас вам был показан великолепный совершенно материал. Вот такой язык вот у меня, он другой. У Миши одного он третий, а у второго он четвертый. Это все абсолютно легко, свободно делается. Никто не будет драться, если нам дадут по городу. Да, да, да. Мы с удовольствием, каждый сделает имени себя город. Естественно, имени себя, товарищи. Давайте мы будем отвечать за это, так сказать, буквально. Потому что все дома, которые сделал Желтовский, это Желтовский подписал кровью. И мы их все знаем. Ну, он что, притворялся быть не Желтовским? Он делал какую-то дрянь, размазанную по тарелке? Нет, конечно. И все сделали блестящие эти самые дома. Я, правда сказать, думал, что мы совершенно будем говорить не об этом. Мне кажется, это отличная, отличная фраза. Не о своем творчестве, потому что мне казалось, что мы должны выступить с обобщающими социологическими почти условиями. Я два слова скажу только по этому поводу. Когда Лариса мне позвонила, я говорю: Ларочка, дорогая, вообще говоря, если делать по-настоящему и всерьез, то надо было бы сделать так, чтобы весь центр был поднят на субструкции. Как это сделано сейчас около Воронцовского парка? Ну, там маленький квартальчик так поднят, да? Значит, надо, чтобы там туда можно было заезжать, чтобы там были сети инженерные, чтобы вся структура была на поверхности земли, ничего не надо ковырять никогда больше. Если мы говорим вообще о перспективах развития новых городов, то ковырять землю надо запретить. Ну, просто, это грех. Этого делать нельзя. Значит, надо строить наверху, поднять на 4,5 метра, это уж как там нам подскажет СНИП. Вообще очень хочется, чтобы, вот если нас тут четвером там назначат главным архитектором города, чтобы были какие-то обслуживающие нас структуры, потому что если нас заставят, как ГАПов, заставят бегать нас в экспертизу, что мы согласовывали то дерьмо, которое они требуют от нас. Вот это все, это сразу кончится на этом вся архитектура. Я предполагала, что все-таки архитекторы, вот, которые строят традиционные эстетики, нет, могли бы просто возглавить. Этим архитекторам они не должны возиться с сетями, Ларочка. Создать не должны. Ну, Желтовский никаких сетей не знал. Уверяю вас. То есть его обслуживала вся мастерская. Его обслуживала весь Моспроект, если он тогда был, его почти так практически не было. Только результат, конечно, только вот эти выдающиеся фамилии, которые мы с вами знаем, они были абсолютно свободны от сетей, от согласования в Московской архитектуре, которой, слава богу, не было, и так далее. Поэтому... Хорошо, Дмитрий Борисович, нет, давайте у нас немножко регламент, секунды, мы не влезаем. Мы чуточку дали нам... больше, да, моим друзьям. Да, да, да. Поэтому, да. Нет, поэтому я просто два слова хотел сказать. Значит, я согласна, что поднять надо на структуру, освободить. Поднять на структуру. И построить там любой вот этот город, который сейчас показали ребята. Значит, у нас тоже был такой сделан дом, такой идеальный город, фрагмент, значит, в этом самом Никитинском. Мы фактически тоже говорили, что надо его поднять, потому что там заливные луга, и там вообще ничего строить нельзя на самом деле. Так, слава богу, не построили ничего. Не в этом дело. Смысл, в общем, в том, что если это экономически кто-то когда-нибудь просчитает и поймет, что да, это реально... Вот Григорий Сакович просчитает. Тогда может быть реализовано. И вот я говорю, что мой дед с 43-го года по 47-й делал центр Севастополя. Блестяще все было сделано, чудесно построено, была маленькая часть. То, что я сделал там 20 домов вот такого характера, ну, вы можете их найти в интернете. Значит, это вопрос только о возможностях данного конкретного случая, а не о возможностях моих рук и головы. Поэтому это все очень реально было бы, если бы кто-то все это просчитал и сказал «да». Ну вот мы это сейчас как раз и зададим этот вопрос Григорию Сакчу, да, но прежде мы, у нас вот ему, еще... Сейчас мы ему зададим эти все вопросы. Да, да. Ну вот это очень важно, что
каждый из нас мог бы сделать город имени себя. Это не потому, что мы самовлюбленные идиоты, только поймите меня правильно. Значит, тут речь идет о том, что каждый выражает себя в этом своем творчестве. И не надо притворяться. Ну вот да, никто не притворяется. Нет, то, что вы нас приучили 70 лет притворяться постоянно. А, ну это да. Нет, ну, конечно, ну... нет, не надо притворяться. Это мой портрет, это мой автопортрет. Какой, как назовите, так и как хотите. Что здесь Михаил Юрьевич Абрамов мне сказал? Его задание звучало, это я хочу, чтобы все слышали. Это заказчик уникальный Дмитрия человек Борисовича, был в моей да. судьбе. Он решил меценат. 20 лет моей жизни, он сделал со мной 20 объектов. Он мне сказал... Дмитрий Иванович, что-то я устал от стекла. Сделайте ваш фасад в вашей архитектуре. Вот это техническое задание. Вот когда техническое задание у заказчика, инвестора будет звучать вот так, то тогда будут такие города. Понимаете ли? Хорошо. И хорошо. Желтовскому будем... никто не диктовал, как. Давайте, вот понимаете, у нас ли? И будет этот девиз. Желтовский не думал о сетях. Я сам, с вами совершенно согласна. Да. Давайте, ну, Дмитрий да. Борисович, сейчас мы дадим еще слово другим участникам. Да. И потом все-таки попробуем набросать дорожную карту, как мы будем это делать. Степан Либгард. Да, сейчас но после пламенного выступления Дмитрия Борисовича, конечно, сложно будет сохранять такой накал. Но я просто скажу тоже, я не готовил презентацию какую-то, я просто, может, пока на основе этой картинки что-то прокомментирую. Ну, во-первых, я хотел сказать, что то, что мы сейчас видим в наших городах, да, то, что строится сейчас, это все-таки последствия 20 века с его представлениями о будущем, о том, каким должен быть правильный город, да, там, начиная с Корбюзье, и, в общем-то, весь 20 век было представление, что жилой дом – это некое сооружение типовое, может быть, типовое, из сборного железобетона, не обязательно имеющее какую-то вот эстетическую художественную программу, но отвечающее как бы на задачи пользы и прочности, а красота где-то там. И мне кажется, сейчас мы как раз приходим, с одной стороны, к такому пониманию, а с другой стороны, к возможности, у нас появились возможности к возврату к индивидуальной архитектуре, к тому, чтобы наши города были наполнены зданиями и пространствами, имеющими образ, имеющий различный какой-то характер, определяющий горожан и каждого человека в отдельности. Ну, я работаю как бы не так давно, как старшие коллеги, учителя здесь присутствующие, но и поэтому я не могу показать образ города, с одной стороны, поэтому, с другой стороны, я живу в Петербурге, и мне кажется, что и для меня самый ну, как бы идеальный образ города – это именно Петербург. И я просто понимаю, что пока не ясно, как реализовать что-то подобное. Но, с другой стороны, я себе представляю молекулу этого города. И, на самом деле, во многом Михаил Анатольевич сформулировал, наверное, характеристики, какой должна быть эта молекула, какой должен быть этот дом. Ну, вот прозвучали эти имена домов, да, там дом Толстого, там Лидва, эти самые дома Бенуа, дом Бенуа на Каменноостровском, да, это курдонер, это определенный масштаб, определенная этажность, да, 7, 8, 9 этажей, наверное, вот как-то так. И все это может, самое интересное, что все это может сочетаться не только в регулярных планах или каких-то композициях заданных, но это может расти в кварталах достаточно нерегулярных, это может быть просто живой тканью. И вот это сочетание органического и классического антропоморфного, мне кажется, это то, к чему следует стремиться. Так, спасибо большое. У нас еще на связи Максим Атаянц из Петербурга. Сейчас мы, если вот получится его подключить, то мы его тоже, хотелось бы его услышать. Получается? Я, собственно, подключен, я не знаю, слышно меня или нет. Слышно. Ну, отлично. Скажите нам что-нибудь. Каков регламент, прежде всего, скажите мне точно. Ваше представление о том, можем ли мы сегодня создавать традиционные города с нуля в том числе, и, ну, наверное, пятиминутное выступление. А потом Григорий Ревзин нам расскажет, как это трудно или невозможно. Прекрасно. 5 минут. Значит, 5 минут.
Я поэтому хочу полностью уйти от каких-то попыток самопрезентаций. Ну, кому надо, все могут посмотреть, найти и так далее. Я хотел бы в своем выступлении поговорить о принципах, на которых может строиться сейчас город. Потому что город – это довольно сложная структура. И архитектор не может быть сейчас автором города целого, ну, скажем, на 100 тысяч жителей или на 200, без того, чтобы здесь были другие специалисты, других специальностей, я сейчас вплоть до промышленной географии, транспортников, кого угодно, но в то же время роль архитектора здесь и преуменьшать нельзя. И я бы хотел кратко очень проговорить про ценности, собственно, ради чего такой город может строиться и в чем черты города, если он хороший. Я бы от жителя попытался бы это все строить. Потому что если человек поселился где-то, он там начал жить, и не проходит недели, как в голове его точка начала координат, точка отсчета вмещается в то место, где он живет. То есть среда вокруг человека должна быть такой, чтобы он мог без омерзения и без психологических каких-то насилий над собой отождествлять себя положительно с тем местом, где он живет. Чтобы он знал, что я живу вот в таком-то, таком-то месте, в таком городе, в таком районе этого города. Да? То есть, чтобы там было достаточно положительных каких-то вещей, с которыми человек может себя отождествить. Как этого добиваться? Ну, во-первых, прежде всего, конечно, город – это вещь сложная и иерархическая. И очень сложно иерархически выстроенная, причем иерархия строится от частного пространства, ну, условно говоря, чьей-то спальни, квартиры за толстой железной дверью, как у нас до недавнего времени было принято. И дальше то, что человек делит с своими соседями по лестничной клетке, то, что он делит с соседями по дому, вокруг двора возникшему, и дальше уже выход в мир происходит, где эта иерархия продолжается, где есть улица, переулок, бульвар, рыночная площадь, площадь с фонтаном, площадь, главная площадь города, администрация, набережная, канал, парк, сквер и что угодно еще. То есть прежде всего это должно быть очень сложное разнообразие, которое позволяет развиваться большому количеству разных сценариев. То есть город должен быть некое, сейчас очень не любят сравнивать архитектуру с театром, а я наоборот настаиваю на том, что здесь вот это вот ощущение театральной сцены, на которой действо человеческой жизни разыгрывается, как раз город и должен из себя представлять. То есть человек должен пойти где-то погрустить, где-то порадоваться, провести время, где-то даже, может быть, по уху получить, прости Господи. Все это в городе должно быть. Это интересное место. И вот теперь, ну, как-то так получается. Да, ну и чисто технически понятно, что есть масса к этому приемов, многим из которых 3000 лет, 2000 лет, 1000 лет, или они совершенно не противоречат нормам, которые сейчас есть. Ну, так сказать, есть с этим уметь работать. Хотя, конечно, часть применяемых сейчас норм глупые или вообще отражают собой магические практики бессмысленные, как инсоляция, например. Но в целом все это можно. Другое дело, что классический язык во всей своей сложности действительно хорошо подходит для создания подобной среды, иерархически выстроенной и к человеку повернутой. Если говорить про вот эту идею новых городов, ну тут все просто. Если государство поймет и ощутит, что архитектура – это один из самых эффективных способов продвижения ценностей, как это в Римской империи, почему так архитектура развивалась? Потому что это был просто цементирующее имперское единство по всей огромной территории язык. И человек, попав в город какой-нибудь Ньюкасл нынешний или в Амман в Иордании, понимал, что он на территории того же самого государства находится. Вот, собственно, об этом речь и идет. И если государство ценность такого механизма, как архитектура и языка выразительного, осознает, все может получиться, а мы, ну, как-то, так сказать, свою квалификацию сможем применить в этом сложном процессе.
Спасибо большое, Максим Борисович. 4 минуты 57 секунд. Спасибо. Передаю слово. Спасибо. Дальше. Спасибо. Но теперь Григорий Исаакович Ревзин, партнер КБ «Стрелка» и профессор Высшей школы экономики, который представляет себе, как города планируются и как это вообще делается. И возможно ли вот то, что сейчас здесь было нарисовано. Картина очень красивая, романтическая. Я лично вот большой энтузиаст и считаю, что это осуществимо. Вот. Значит, спасибо, да. Борис, я так понимаю, что, ну, как бы задумано шоу немножко... У вас получилось в жанре, так сказать, Первого канала такого батла, да, вот есть там четыре человека, которые отстаивают идеи классики, и один, значит, ну, как бы, как проукраинский эксперт, который, так сказать, должен прийти, и мы все должны навалять и сказать, что на самом деле все возможно. И я вот у вас в роли этого, вы меня три раза анонсировали, как человек, который скажет, что сейчас это все невозможно, ну, и будет вот у нас битва, ну... Честно сказать, я не очень понял, почему, собственно, все мои соображения, сомнения, они были связаны с тем, что, ну, вы как-то обозначили вначале вот сакральную фигуру министра обороны Российской Федерации, и надо сказать, что его тень, она витает над гостиным дворе в эти дни. Это, по-моему, четвертая дискуссия, а я не, совсем не на всех был, где начинается с того, что вот Сергей Кужегетович нам сказал строить новые города, и сейчас мы поймем, как строить новые города. Ну, а здесь вот мы поймем, как строить города, мы их построим в классицизме. И здесь вопрос, ну, у меня просто в том, что вот эти идеи красоты, которые, так сказать, представлены, я не знаю, насколько у Сергея Кужегетовича, но... Ну, то есть он, наверное, ценит красоту, судя по форме его фуражки, но не уверен, что... Ну, он же будет вместе с Русским географическим обществом, да, это делать. Да, там действительно они так ценят природу. В общем, у меня эти две идеи не вполне соединились. Но сказать, что, понимаете, что это невозможно... Да я радуюсь каждому классическому проекту, и я, собственно, ну, всегда поддерживаю тех архитекторов, которые здесь сидят, и... И каждый новый проект для меня большая радость. Ну вот меня Михаил Белов возил, показывал этот дом. Я там бегал, радовался, не знаю, руками махал. Мне страшно понравилось то, что сейчас Михаил Филиппов показал в Сыктывкаре, вообще бог знает где. Такой потрясающий ансамбль. Там действительно, ну как бы, ну есть в классике какие-то такие проблемы. Именно когда мы говорим про город, ну так сказать, ценность классической планировки и те ценности, которые были в микрорайоне, все-таки зелень, доступность, ну, так сказать, открытость, ну, а он их поженил, и получилось там, не потерялось ни одно, ни другое. То есть это развивающиеся вещи, и я только счастлив, если это все будет реализовываться. Это отлично. Совершенно другая история, когда, так сказать, ну, как бы в каком залоге мы это собираемся сказать. То есть пусть, ну, можно ли, чтобы эти архитекторы... делали новые классические проекты. Можно, нужно, замечательно. Надо их как можно больше поддерживать. Можно ли заставить Сергея Кожугетовича построить 5 городов-миллионников, построенных в классике? Сомневаюсь я в этом. Хотя, конечно, приказ по армии может быть. Но тут есть некоторые сложности. Центры этих городов для того, чтобы они образовали такое символическое ядро. Сложности, они связаны с такой довольно простой вещью. Ну, ни политически, ни экономически, ни социально, ни экологически доказать, что классика лучше или хуже, чем модернизм, невозможно. Они вообще не в этой области. То есть нельзя, там, твои аргументы, простите, ваши аргументы про то, что эти здания стоят 300 лет, и поэтому они очень экологичны, не работают, потому что эти-то еще не стоят 300 лет. Давайте посмотрим, что с ними произойдет. Да их уже снесли. Хрущевки сносят, брежневки следующие. Давайте посчитаем все классические здания Екатерины, которые снесли, и гораздо больше, чем тех, которые сохранились. Это не просто, ну, демагогия, она и есть демагогия. Что в одну сторону, что в другую. Аргумент не про это. Это не вопрос социальный, не вопрос экономический. Можно сделать в классике и всю линейку от бизнес-класса, там, от элит-класса до, как показывает, хотя и не совсем удачный пример, города Набережных, эконом-класса. Все это сравнимые вещи. Единственное отличие классики и модернизма заключается в понятии красота. Да, ну, вот все больше правильно. Нету. Тогда нам нужно сделать так, чтобы... То есть, каким-то образом весь город ценил красоту.
Когда мы говорим про проекты Екатерины, про проекты 18 века, на самом деле, ну да, примерно с 18 века возникает такая идея, что красота – это способ, ну скажем, создания здорового общества. Ну, это общая идея власти. Вот как бы гуманистического служения тем, что хорошо спроектированный город, он дает возможность, ну, дает здоровых граждан, дает здоровую культуру, дает здоровую социальную ситуацию, вообще способствует улучшению нравов. Так и есть. Да, и некоторые из присутствующих, а также из отсутствующих, продолжают верить в то, что красивый город также красит, так сказать, мир, как, не знаю, красивая женщина, ну, там, красивая вещь. Вообще все красит, все прекрасное, там, красивое дерево. Вот и город тоже должен быть красив. К сожалению, начиная с... ну, скажем, книги Гинзбурга «Стиль и эпоха» или там с Баухауса, оказалось, вот экскаватор некрасив. Ну, в нем нет красоты. Вот, а значит, как он бы утилитарен. Все улучшает, тогда получилось, что красота, не красота спасает. Благосостояние спасает, медицина спасает, образование спасает, транспорт спасает, красота, да черт его знает. Этому это нравится. Дальше возникает вопрос, а как устроить так, чтобы, ну... Все люди, ну вот как бы жители города, миллионника, причем, значит, ну да, миллионника, вот признали, что это красиво. Они одно и то же должны признать красиво. Они же не сносят памятники архитектуры. Вот Михаил Анатольевич Филиппов обычно... Мы же не про памятники, мы про новое строительство говорим. Потому что как можно обосновать необходимость классики в историческом городе? Никакой проблемы. Ну да. Просто памятью и историей, уважением к контексту. Хотя, конечно, вылезут какие-нибудь модернисты и скажут, что самое лучшее – это контраст, но их можно подавить через градсовет и через мнение граждан. Это нетрудно. А вот как в чистом поле в Сибири сказать, что классическая архитектура, просто в силу того, что она, ну, она очень красивая. Вот давайте так построим и убедить в этом много людей, я не знаю. Ну, а как это же как бы, сейчас я, да. Можно, значит, просто я не вижу к этому средств, понимаете? Ну вот Дмитрий Бархин тут как бы говорил, что это города памяти нас. То есть это выражение меня. Да? Это архитекторы же, они как дети. Они вот, ну, они хотят сделать, они знают, как хорошо. Они хотят это сделать, они делают. Делают. А, соответственно, тех, кто с ними не согласен и кто считает иначе, они считают, ну, невеждами, идиотами, безобразными, ну, там, это, а тех... Ну, и их можно только в этом поддерживать. Ну, это вот такое чисто детское это самое. Я хочу, я сделаю. А если меня не пускают, ну, они идиоты. Ну, что про них еще сказать? Ну, если это, так сказать, когда они подрастают, в смысле архитекторы, они считают, что, ну, те, кто с ними не согласны, это просто враги. Их надо уничтожить. А те, кто с ними согласны, это эпигоны, которые хотят украсть у них идею. И поэтому они оказываются в совершенном одиночестве, и как бы, ну, вот так они и сидят. Они вообще никаким коллективным действием не способны. Нет, я хотела все-таки немножко... Сейчас можно я договорю, да. Лар? Ты не надо меня все время перебивать, мы не на первом канале, прошу, на прощу. Секунду. Вот здесь сидят 4 человека, вот и пятый, который про них пишет книжку. Эту книжку, блин, уже 5, сколько, 10 лет ты пишешь эту книжку? 7. Это самое. Значит, человек, ну, почему ты ее не пишешь? Ну, я могу сказать, почему ты ее не пишешь, потому что ты за это вообще никаких денег не получаешь. Абсолютно. Да, ну так вы, может, скинетесь, ребят, вообще, про вас книжку-то пишут. Кто про вас узнает-то, если вот не это? Вот можно, пока не надо меня перебивать. Так вот, значит, вот архитекторы такие дети, которые, значит, ну, они, у них есть это чувство красоты. Я вам хочу сказать, есть такая проблема. Заказчики еще большие дети, только они дилетанты. Я знаю 3 типов заказчиков, которые могут заказать классическую архитектуру. Я за свою жизнь вот как бы пообщался с 3 типами. Это девелоперы, так. Это, ну, скажем так, харизматики, так. Ну, вроде Гергиева, да? И теперь это чиновники, вот со всеми 3. Ну, чиновники из них самые дети. Вот Сергей Кочубетович, когда он хочет построить эти города в Сибири, ну, у него же, ну... Ну вот мы с Михаилом Беловым проектировали, ну, Михаил Белов проектировал, а я писал техзадание, город во Владивостоке на острове Русском. Такой вот, совершенно такой же. На 30 тысяч жителей. Ну, он уже внесен в документацию, все с ним в порядке. Не строится, потому что невозможно во Владивостоке продать 30 тысяч квартир. Да? 30 тысяч.
Сергей Кожугетович хочет построить там 5 миллионников, то есть 5 миллионов человек. Главная проблема России не в том, что у нее нет денег, а в том, что нет населения. Вы так проедете... оно поедет, да? Если там будет красиво. Это чушь собачья, Лара. Никто туда не поедет. Ну, то есть, конечно, если... есть такие люди, которые получают по 15 тысяч, которые скажут, что в Сибири ты будешь получать 16. Они приедут и будут получать там 13. Этот процесс не даст возможность построить города. Значит, это такое же детское ощущение. Вот у меня Сибирь, я там построю город. Миллионник. Когда это, мальчики вот с этим детским ощущением, когда они, так сказать, мечтают. Они же как мечтают? Они смотрят, что делают другие мальчики. И хотят сделать лучше. Это такая нормальная черта мальчиков. Вот мы тут все можем подтвердить от тебя. Да. Да и ты, наверное, это знаешь. Просто, понимаешь, как бы тут получалось? Товарищ Сталин, он соревновался с Америкой, с движением City Beautiful, с тем, как был перестроен там Чикаго, как был перестроен центр Вашингтона, он хотел сделать круче. Значит, Вашингтон, когда это делал, соревновался с Парижем, с этой гигантской реконструкцией, которую и так далее. А теперь-то мы с чем соревнуемся? С чем соревнуется Сергей Кожугетович? Не знаешь, я могу сказать, он соревнуется с Дубаем, он соревнуется с Сингапуром, он соревнуется с Гонконгом. А может, как его заставить колоннами-то соревноваться? С Екатериной Второй пусть посоревнуется. Он и будет не помнит про Екатерину Вторую, к тому же она не мальчик. С ней совершенно неинтересно соревноваться. Они хуже. Просто вообще это ни о чем. Да? Значит, как их заставить? Ведь в чем проблема... так сказать, людей начать любить эту красоту. Их надо заставить ее любить. Почему? У них, потому что, когда человеку ты скажешь, знаешь что, вот ты можешь в моем городе строить как угодно, но только это должно быть с колоннами. Он тебе все объяснит про товарища Сталина, про новые репрессии, про то, что меня заставляют делать колонны, глядишь, уже скоро в лагеря отправят. Это как бы, обычный дискурс. И непонятно, это что манипуляция простая. Да нет, непонятно, что на это возражать. У него есть свобода построить свой дом такой, как он есть. То есть хочет жить в панели. Он должен это полюбить. А чтобы это полюбить... Или в Дубае то же самое, или вот ты очень любишь, Лару, которая вот любит классику. Должна быть какая-то мотивация для этого. Один заказчик, один дом, или квартал, может сделать очень красивым, классическим, потому что он это любит. Но город — это система регуляций для большого количества людей. Как внести красоту в регуляции для большого количества людей? Я не знаю такого возможности. Но я все-таки надеюсь на то, что есть какая-то логика. Тот же Ричард Флорида пишет, что креативный класс переезжает в красивые города, а за ним едут корпорации. То есть он едет не за деньгами и не туда, где корпорации, а корпорации едут за ним. Креативный класс совершенно не едет в классические города. Туда едет буржуазия, даже в случаях с американским вот этим новым движением, туда не едет креативный класс. Это аргумент не годится. Креативный класс не любит колонны. Он считает, что он устремлен в будущее, а в будущем колонн не будет. Агитация и пропаганда, что и в будущем будут колонны. Вот надо поддерживать книжки вроде твоей, надо вообще там устраивать конференции вроде твоей, но других нету способов. Не знаю, как завести Сергея Кожугетовича на то, чтобы он хотел построить в классике. Он просто ничего не знает об этом, ему надо просто рассказать, мне кажется. Нет, это не хватает, я пробовал. Это, да? Не конкретно ему, но просто рассказать не получается, он должен еще тебе доверять. Если нас будет много, если у нас будет институт... Да, вот поэтому надо всех заместителей, также всех замов и до лейтенанта, только в классике. Понял? Вот так. Так, спасибо большое. Хорошо, значит, это у нас было охлаждающее выступление, а все-таки мне хотелось еще услышать вот от участников, если кто-то хочет сказать, существуют ли все-таки способы, что надо делать, можем ли мы, например, образцовыми проектами заниматься или только индивидуальными? Я скажу, я очень коротко. Гриш, понимаешь, я тебе говорил это много раз, и ты, вопрос заключается в том, что на самом деле классика давно победила. Потому что на самом деле, аргумент
конечно, смешно, может быть, но, например, ни одно здание, которое построено 100 или больше лет назад, на сегодняшний день никто не... То есть его сносят, но это всегда скандал. Понимаете, потому что они по государственному законодательству во всем мире, все, что построено 100 и больше лет назад, они, значит, не сносят. Единственное для меня реальная аргументация, серьезная, не наши вот там в той или иной степени качественные новоделы в классике и колонны, которые стоят, а то, что абсолютно стойко во всем мире существует понимание, и я думаю, что это аксиома, ее не надо обсуждать, о том, что центр города, исторический центр города, живой исторический центр города, в котором происходят все функции, которые существуют для центрального города, что они являются ценностью. И точно такое же ощущение, что почти все, что построено после военное время, безжалостно сносят. Что бы это ни было, вот, например, Центр мировой торговли, это же великолепное здание. А ну, ЦМТ, который погиб, вот когда... Когда-то, вот если ты помнишь, если была какая-нибудь короткая статья «Современная архитектура», какой-нибудь там большой, малой советской энциклопедии, там могла быть фотография только одного здания, ЦМТ. Это был шедевр. Это был символический шедевр модернизма. И, кстати говоря, действительно не без изящества. Это хорошая вещь по критериям того времени. Вот когда оно погиб, буквально 20 лет назад, это... Мы же, никто же даже не рассматривал о том, чтобы восстановить памятник. Понимаете, это было в сознании людей, это было то же самое, что разгладить пластиковый пакет, как в советское время делали Marlboro. Вот. Не нужно это не может быть. Надо что-то построить более новое, ну и так далее, это я уж не буду. Этот аргумент, конечно, или, например, вот я еще такой спрошу вопрос. Вот когда мы рассматриваем, например, знаете, снесение церквей и памятников архитектуры, церковной архитектуры 30-х годов. Вот очень интересен момент, вот какой, вот который я бы вот задал всех вот желающих, которые ответят на это. А давайте поговорим о неснесенных памятниках. Вот по какому поводу, вот просто ответят, оставленные, например, в живых, и стоят, и даже, более того, за огромные деньги, которых было очень немного в советское время, отреставрированы были некоторые очень тщательно. Например, Исаакиевский собор подвергался невероятно громоздкой денежной реставрации. Почему Исаакиевский собор не снесли? А вот храм Христа Спасителя снесли. Почему десятки или тысячи церквей, особенно русского стиля, второй половины XIX века снесены? А вот церкви, которые мы все знаем, которые стоят, Кремлевский собор и так далее, памятники архитектуры и так далее, вот почему их не снесли? Ответ один, я не буду сейчас знать, это любой скажет, потому что они были внесены в реестр, в корпус памятников архитектуры, а потянены они были только по одной причине, потому что они красивы. Получается, что без всяких эмоций, больших и без всяких воспоминаний о Федоре Михайловиче Достоевском, красота спасла эти церкви. Понимаете? И эти все соборы спасла красота. Понимаете? Только одна. Это помните, как этот, когда, это может быть легенда, скорее всего, но тем не менее очень смешная, когда, например, Лазарь Моисеевич убрал макет этого. На макете наркомтяжпрома, когда здание, он был огромный макет Красной площади, и он убрал собор Василия Блаженного и сказал: «Посмотрите, товарищ Сталин, как красиво!» А ему ответил Сталин: «Лазарь, положи на место». Помнишь такое? Миш, масса исторических аргументов и масса исторических баек, и масса действительно пронзительных рассказов о том, как мы сохраняли, как мы уничтожали и так далее. Конечно, тогда, когда у тебя есть история, у тебя сразу есть аргумент, зачем нужен классический язык. Но я должен тебе сказать, что это палка о двух концах. Чем больше ты упираешь на то, что исторически классика доказала свою жизнеспособность и так далее, тем больше ты ее укореняешь в прошлом. И каждый раз в ответ на это люди говорят: ну да, если у нас речь идет о прошлом, пусть там будет. А сейчас нам нужно другое. И все, ты не понимаешь, как с этим, как на это отвечать.
Ну, я не знаю, как отвечать. Мне я пробовал. Кажется, что есть... Подожди, Гриш, ну а где нужно? На самом деле ведь никакого прошлого и будущего в этих в произведениях искусства не существует, да, и в городе. Да, они сразу на вечность рассчитаны. Это абсолютно метафизическое, как ты мне всегда это сам говорил. А, ну, тогда существует место. То есть по соседству с... Или на том же месте... Слушай, хорошо, Гриш, да, есть аргумент. Все, нет, вот нет, смотри, памятники модернизма тоже уже имеют довольно большую историю. Если мы сейчас сравним туризм, количество туристов в Венеции 30 миллионов, количество туристов в деревне Вайсенхоф, которая является памятником модернизма, она уже существует почти 100 лет. Значит, я думаю, что там, я не знаю, ну, несколько сотен. Невозможно сравнить. А количество туристов эти вещи в Дубае в настоящий момент, в котором вообще нет ничего, кроме все построено за последние 10 лет. Такой же, как Венеция. Да ладно. Да? Нет, нет, возможно, что так. Ребят, ну, скажу, одну секунду. А, Оля, очень простой пример. Сейчас, ну, давай. Нет, подожди. Три года назад Китайская Народная Республика, ее политбюро выпустило постановление о том, что китайская архитектура больше не будет строить то, что называется модернизм, иностранцы. Что они будут искать путь, опираться на традицию. Китайцы разворачиваются медленно. Когда они развернутся, мы посмотрим, что у них получилось. Сейчас есть у нас не только, так сказать, один традиционный гегемон, к которому мы привыкли, вот бейсболки, которого тут популярны, и спущенные штаны, и кроссовки. Вот. Но сейчас появляется и другой. Ну вот посмотрим, может быть, нас научат, как это делается. Во всяком случае, начальство может решить, какую архитектуру нам делать, и какая архитектура красивая. И начальство ведет себя не всегда неадекватно. Поэтому посмотрим. Ну, чаще неадекватно, но иногда оно удивляет мир, культуру и красоту. Поэтому поглядим. Ну, да, может быть, внутренний туризм, например, будем развивать. Но посмотри, как хорошо горький город просто процветает. Вот народ, кто туда, да, один раз приехал, и все туда ездят. Мне кажется, ездят. Если Вадим Вадимович так же, как вот удачно он с Олимпиадой сказал, что вот давайте построим новый город, и путем каких-то интриг получилось, что вот этот вот человек и тот, который там построили этот город, то это замечательнейший памятник. Да. Мне страшно нравится. Ну. Там, я его приветствовал всеми возможностями и так далее. Если Вадим Вадимович скажет, что нам нужна классика, а «Единая Россия» его поддержит, то 68% населения тоже это поддержит. Ну, а некоторое количество креативного класса будет любить модернизм. То есть немножко поменяется, так сказать. Нет, ну, Гриш, да. Вот, ну, конечно, сам если все это... На... Но дело в том, сам что я в, две... но я в 2004 году написал такую статью во «Власти», там, «Путин и архитектура». В 2004 я написал, что вот Владимир Вадимович, он из Петербурга. Наверное, он любит классику. С тех пор он никак не проявил эту свою любовь. Вообще. Ну, как раз остается, да, до выборов. Ну, две секунды. Если уже говорить про Путина, я хочу сказать, Гриша Путин помнит очень хорошо. В 2000 году, когда летом 2000 года мы вместе с Гришей делали «Падильоны Руссо» в Биеннале этот. И вот газета, как она называлась, венецианская, не помнишь? В общем, они... А было опубликовано отчет об открытии Биеннале, вот это был день прессы, этот, в газете была нарисована, была фотография вот моей этой экспозиции, которую мы с Гришей делали, и там было написано: «Россия перешла к имперскому стилю, царь Путин будет доволен». Вот это... Но это местный листок, но все-таки венецианский листок, а не этот, ну, как бы, не из этого. Значит, оказывается, должна быть воля. Должна быть воля. И она была проявлена, как вы знаете, там, этим самым знаменитым решением об освоении классического наследия. И все, Моисей Яковлевич и Гинзбург, и на следующий день начали делать эту архитектуру, потому что они ее знали. Потому что они кончали, каждый второй, во всяком случае, кончал Академию художества. Они умели рисовать, чего сейчас умеют 2,5 человека, сидящих здесь. Это, кстати сказать, главная причина, почему у нас вообще эта так называемая новая классика такая плохая. Ну, это ладно. Это, так сказать, довольно, может быть, и просто было бы решить, как-то научить немножко рисовать. Вот Миша сейчас возглавляет кафедру у Глазунова. Значит, может быть, он за 10 лет кого-то там научит. Это должно быть еще тоже на это настроены мозги, хотя вроде бы Академия на это настроена. Нет, значит, опыт был первоклассный.
первоклассный. И давайте мы не будем все-таки все навалить в одну кучу. Да, конечно, Норильск был построен заключенными. А что не было построено не заключено? Да, моя тетка приехала строить канал Москва-Волга в 1932 году. Да, и она его строила столько лет, сколько он строился. Вот и весь рассказ. Но ведь не об этом мы сейчас говорим. Ну, сейчас нельзя нам это сваливать в одну кучу и говорить, что только такими усилиями это все могло быть сделано. Наверное, нет. Наверное, как-то могло быть сделано это иначе. Но то, что вот в этом соревновании, которое каким-то образом загадочным, откровенно говоря, так этого никто и не знает, каким образом загадочным произошло, что Сталину показалось, что надо участвовать в этом конкурсе с американцами, это, так сказать, довольно трудная тема. Каким образом это произошло? Кто там ему мог подсказать? Ну, кто ему мог подсказать? Вообще, кто мог там кому вообще что-то подсказывать? Поэтому это каким-то образом в воздухе носится, да, как у Цветаевой. Поэтому, если сейчас все-таки может возникнуть такая идея, что эти не пять городов, а два или три, или каких-то центра могут быть осуществлены, то совершенно определенно, что классический язык дает возможность сделать некие центры, у которых будет сразу укоренение. Гриша почему-то борется с этим укоренением, когда он говорит об истории, потому что мы как бы якобы обращаемся сразу типа назад. А если мы не будем об этом говорить как о том, что это обращается назад, это обращается вперед, вперед, и это укоренение, оно там живет. Необходимо. И вот я видел эти слайды, это фантастические вещи. При минус 56 градусах мой приятель фотографировал, это понимаете ли, этот Норильск, он весь покрыт инеем, потому что он плохо отапливается, там все, точки росы там сплошные, там вообще катастрофа, падают дома, потому что там то ли отмерзает это несчастная вечная мерзлота, то ли там что происходит. Это уже другое, это инженерная система, это то, о чем я говорил, чем я заниматься не хочу. Я поэтому ушел из Главапу, для того, чтобы тьфу, мне вот так вот на это все хотелось. Поэтому, так сказать, если хотите, тогда обслужите меня, пожалуйста. Это не потому, что я барин, я все это знаю. Я просто говорю о том, что если хотеть получить, условно скажем, памятники архитектуры, как получалось каждый раз у Желтовского, то тогда нужно создать именно эти условия. И тогда будет Норильск, будет Севастополь и будет Волгоград. Я согласна с Дмитрием Борисовичем в том, что классическая эстетика обращена в будущее, а не назад, хотя бы уже потому, что она действительно существует долго. То есть мы планируем сразу на 250 лет, это очевидно. Потому что ее берегут, ее не сносят, ее любят. И поэтому она обращена в будущее. Мне кажется, что надо с этой позиции. Почему-то, а я не уговариваю, Гриша, я просто... Нет, Грише почему-то показалось, думаю, что надо уговаривать там жить, в этих самых классических городах. Нет, да мне кажется, уверяю, что все поедут. Как когда я приехал город, в Волгоград, я ахнул, потому что такой город, 10 тысяч метров длиной, сколько, я могу ошибиться, несколько километров, в общем, он длиной весь застроен вот этими классическими ансамблями. Это фантастическая фактически история. Но тем более, что сейчас все-таки есть этот определенный тренд в сторону того, чтобы Сибирь делать центром Евразии. Я думаю, что, возможно, так сказать, все-таки у людей, которые принимают решения, есть эти идеи. Я предлагаю, у нас остается где-то минут 5, может быть, кто-то из аудитории хочет задать вопрос. Давайте мы дадим такую возможность. А помогите нам, пожалуйста. Да. Тогда говорите, кому вопросы? Тогда, не знаю, вопрос, наверное, как-то ко всем. Вообще, в принципе, по обсуждению, как вставать, представляться, или просто можно... Просто вопрос. В общем, для меня немножко странно была вот эта дискуссия, там, можно ли эти города построить, будет ли это там экономически обосновано, кто туда поедет, в Сибири, там, что министр обороны там это предлагает и так далее. Просто не понимаю, почему нельзя обратиться, допустим, к окраинам столиц, допустим, наших сейчас, там, Петербург, можно. Москва, да, потому что мне кажется, это более правильно, потому что сюда-то население стекается, здесь есть деньги, здесь эти города развиваются, если мы, как бы, будем... вот эти вот ужасные окраины, которые сейчас застраиваются вот этим вот
непотребством. Вот, мы будем строить что-то более красивое, да, неоклассику и традиционные кварталы и так далее, ну, о чем сейчас, собственно, дискуссия была. Это может служить намного более эффективной пропагандой того, что это людям нравится. Здесь есть вот эти, это население, которое купит эти квартиры, в отличие от Сибири, да, которым мы совсем не уверены, что эти квартиры там на острове Русский, кто-то их купит, как вот было сказано, не помню кем. Вот. Поэтому мне кажется, как вы к этому относитесь? По-моему, нужно начать вот со спасения просто окраин наших городов, там Новая Москва, например, которая сейчас со страшной силой просто превращается в какой-то ужас. Да все вот. Только за частично это и получилось, да, вот в Подмосковье у Максима Атаянца, который как раз из Петербурга к нам присоединялся, построил несколько городов в Подмосковье. Вот, и ансамбли в Москве есть, но в общем, все только за. То есть, как бы мы просто говорили про новые города, потому что там классика просто нужна как воздух. Да, тут это как борщевик, это вот образ Михаила Белова, что вот эти вот все ужасные параллелепипеды, это такой борщевик, который наши города со всех сторон просто окружает. Но помните, что он живет 2 года, то есть он очень коротенький, все, его можно выдрать, и все, и ничего не будет. Но это глупо так землю использовать, это очень не экологично и вообще, как бы негуманно. Вот поэтому, конечно, классическая эстетика здесь дает фору, потому что она, в принципе, вечность в себе содержит уже, вот, плюс она с человеком связана. Давайте еще вопрос, пожалуйста. Да, добрый день. Я хотел поблагодарить за эту дискуссию, просто высказаться коротко и напомнить о том, что, как мне кажется, просто, когда мы говорим о 21 веке, то есть такая формула, да, у Сергея Чобана, 30 и 70, да, то есть, по-видимому, в 21 веке будет эта архитектура декоративная, не обязательно классическая, в целом декоративная, она будет занимать как некий изюм. Да? То есть вот мы сейчас ехали час по Петербургу, чтобы доехать до пятигранников Максима Атаянца, посмотреть эти дома потрясающие, не знаю, просто чтобы все представляли себе, что ты едешь по Пентагон такие. Ужасным, да, таким панельным домам, буквально полям панельных домов, и потом вдруг возникают пятигранники такие, ну, как пентагоны, жилье такое очень красивое, архитектура получилась. И это, конечно, ну, то есть то, что глаз отдыхает. А я понимаю, что эти люди, да, будут счастливы, а вот эти 98% это будет, я не знаю, как они будут жить, визуальным, да, визуальная волна какая будет. То есть, мне кажется, что действительно классика в 21 веке это некий изюм, да, то есть это исключение из правил. Вот, это первое наблюдение. Второе, это то, что действительно 20 век показал, насколько может быть разнообразна эта декоративная архитектура в широком диапазоне от ортодоксальной классики, может быть, через какие-то эксперименты, через арт-деко, то есть тут могут быть широкие варианты, и действительно, ну, эти архитекторы, они будут эти шаги делать в самом широком варианте, вот не обязательно именно в ортодоксальном таком плодианстве, ну, мне так кажется. Спасибо большое. Я хотела вот возразить по поводу изюма. Дело в том, что как раз все наоборот. Это как раз модернизм, когда он делает отдельные очень яркие здания, это некий такой перец, да, вот. Но когда из этих зданий составляется город, город не получается категорически, получается бирюлево, вот. Поэтому как раз классическая традиционная архитектура, даже если там нет колонн, но она все равно ордерная, она все равно построена по классическим основам, она человеку близкоприятна. Из нее хорошо получается город, и это могут быть рядовые здания, как раз ткань получается отлично, то есть она может делать и более яркие здания, и более рядовые. И как раз она-то вот здесь была бы необходима. Все-таки это не изюм, это все-таки булка, наверное. Ну, то есть это и то, и другое, я бы так сказала. Ну, все-таки давайте мы еще раз вспомним. Послевоенное восстановление разрушенных городов и огромное строительство новых вот этих городов, которые... 50-е, ну, вы имеете в виду? 50-е годы, ну, да, то есть в традиционной эстетике, да, 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 но при этом довольно простые я здания. Я бывал в каком-нибудь, я не знаю, в Вышнем Волочке, бог его знает, что это за город. Но это прекрасные центры, действительно, потому что это и, были кстати, центры. И, кстати, их не сносят по реновации, вот и, даже в Москве. И вот прекрасный Смоленск, да, имеет кусок 50-х годов. Замечательный город Электросталь, в котором все сделано именно по тому принципу, о котором мы сейчас говорим. Там и театр большой, в кавычках, но замечательный. Я не знаю, город Жуковский, Подмосковье. Прекрасный же, тоже имеет центр классический. Это все выдерживает. Тут вопрос о том, что никто их не ремонтировал 70 лет уже. Да. Теперь, все равно их не сносят. Нет, они все живут. Вот я могу сказать, что мы делаем
ежегодный индекс качества городской среды по всем городам России. Его обсчитывает Минстрой, и там он есть по, ну, который вот разрабатывала Стрелка, это, собственно, я придумывал эту методику. Там по 20 показателям считается качество, в том числе и использование городской среды. Там, где есть сталинский центр, вообще индекс качества по всему городу возрастает сразу на 30-40 баллов. Хотя он может занимать 3% территории. Совсем крошечная, да? О, это круто, и вся да. любая сегодняшняя постиндустриальная деятельность, я имею в виду рестораны, магазины, соответственно, банки, офисы и так далее, они все на этих двух улицах, вот буквально, когда мы смотрим, ну там, не знаю, Ленинск-Кузнецкий, да, вот, вот на этих двух улицах все и есть. Да, ну или там на пяти улицах, на семи, на одном гектаре. То есть это вот крошечные эти зародыши, да, в сегодняшней конкретной экономике, они являются более успешными, чем вся среда модернистская. В этом смысле такой аргумент работает на сегодня. Просто я боюсь, что Сергей Кужугетович до такой степени наплевать надо на экономику. Работать. Он придумал все-таки города промышленные, старые промышленные города, вокруг фабрики. Поэтому, ну, это просто... Ну, абсурд, да, то есть не надо вообще-то обсуждать, это непрофессионально. Гриш, нет, там промышленность можно? Планируется... Можно я, Гриш, только поблагодарю Гришу очень за то, что он упомянул эту застройку, за то, что он сделал это исследование. Я, например, в своем все говорю, что я совершенно в этом уверен, что лучший пример вообще мирового градостроительства 20 века это так называемая послевоенная застройка 45-54 года. Это просто лучшее вообще, что имеет в 20 веке человечество. Вот, вердикт. Ну, в общем, я, насколько я понимаю, что речь все-таки идет о том, что нужно заниматься просвещением людей, которые принимают решения, и, по-моему, совершенно очевидно, что у традиционной архитектуры огромный диапазон, причем как ценовой диапазон, так и в плане этажности, в плане моделей, то есть, ну, все, что вот мы сегодня видели и слышали, то есть, мне кажется, тут все совершенно очевидно. И это направление, ну, пусть это будет 30%, но оно должно присутствовать вообще в жилищном строительстве. Иначе просто невозможно. Да, да, пожалуйста, Михаил Белов. Дело в том, что недооценивается роль начальства у нас. Ну, у нас все время мы говорим про город Глупов, про Угрюм Бурчеев и так далее. Но вот в Соединенных Штатах только что был Трамп. Да? Вы знаете, что он выпустил постановление, которое можно было бы сравнить с нашим постановлением 1936 года. Что он там приказал делать всю архитектуру в классике. По федеральному заказу, да, за государственные деньги, немало. И? Я смотрел, достаточно много. Что сделал Байден? Отменил это распоряжение. Там крыша едет на самом деле от этого. Дело в том, что роль начальства, она существенна и в Китае, и в Америке, и у нас. Роль аристократии, вот все не пускают принца Чарльза управлять вообще Великобританией, потому что вы знаете, чем он знаменит. Он написал книгу о том, что все надо снести, и что главный купол должен быть купол Павла. Поэтому, ну, общество вызревает. Начальство, аристократия, так сказать, элиты, уж извините за выражение, они должны дозреть. Уж как они дозреют, я не знаю. Сие от меня не зависит. Доживем мы или нет, тоже неизвестно. Ну, хорошо. Но когда строят там, вот я сейчас спросил Григория Исаакча, Нью-Дели построили за 8 лет. Огромный город. Значит, то, что Сергей Кожугетович происходит у нас из Сибири, из Красноярска, и он интересуется этими пенатами. Ну да, Владимир Владимирович у нас всегда молчит. Мы, так сказать, не знаем, чем он интересуется. Вот. Но мы все относимся к этому с колоссальным уважением. Мы ждем, так сказать, когда он скажет. А что он скажет, сие неведомо. Поэтому постановления еще будут. Так сказать, Трамп еще может вернуться. Несмотря на то, что ему будет 100 лет, но ему вколят что-нибудь, и он будет такой же молодой и прекрасный, как 50-летний стрелок. Федор Стрелец, удалой молодец. Поэтому я не знаю. Но пусть все идет своим путем, а там посмотрим, что случится. Усталость от модернистского проекта ощущается всеми слоями общества. Это абсолютный факт. Во что она выльется, я не знаю. Это уже как постылая жена.
Вот. Но другой пока нет. Марфушенька-душенька еще колет свои орехи, значит, сломанными зубами. А, так сказать, Настасюшка сидит, и вот Морозка там пока еще ее на карете не привез. Так что будем ждать. Зима близко. А я хотела сказать еще очень важную, как мне кажется, вещь, что с точки зрения историка искусства, вот с моей точки зрения, что русская школа неоклассики одна из самых сильных в мире. То есть она абсолютно самодостаточная, и, ну, в общем, это важно, я считаю. То есть, как бы сейчас правильно все Миша сказал по поводу того, что все зависит от начальства. Это общеизвестная вещь. Но все-таки давайте мы... Маленький экскурс, просто буквально секундный. 18 век, вы прекрасно помните, какую сухую, так я назову вот это именно что, сухую голландскую архитектуру привез в Россию Петр Великий, да? Он привез слабеньких архитекторов из Голландии, и которые и в своей Голландии строят то же самое. Такую вот классичку, которая там не видна на микроскопе, ее можно рассматривать. Он вывернул итальянцу Трезини руки, вывернул их, просто он их наизнанку поставил, так, чтобы Трезини нарисовал тот сухой Петропавловский собор, который вы прекрасно знаете, да? Итальянец так никогда бы не нарисовал. Это не итальянец рисовал. Это две секунды. Нет, две секунды. И после этого, после смерти Петра, после того, как там, ну, Анна и Анна, Бог с ней, возникает Елизавета. И вы вспомните это фантастический взрыв этого наслаждения этой красотой расстрелевской. Ну, вспомните! Ну, что еще может быть более потрясающее? На самом деле, для русского духа ничего. Только... Нет, никакой не Кваренги. Завидовали голосом. Да никакой не Кваренги. Да ну что ты. Да нет, Миш, ну не надо шутить. Нет, как раз, нет, да ну просто, как раз, вы просто вспомните, это наслаждение абсолютнейшее, просто с закатыванием глаз. Я вас уверяю. И потом вдруг приезжает Катя. Ну, она выдающийся, конечно, государственный деятель. Не будем обсуждать ее, у нее было много ошибок. Неважно. Но она привезла сюда вновь увлечение Англией. Увлечение Англией. Ну, Англия – это последняя страна в архитектурном мире. То есть, ну, это вы знаете прекрасно. Мы... Ну, какой крутой. Нет, ну, Камерон крутой, он приехал в Россию. Он приехал в Россию, несмотря ни на что. Ну, слушайте, я тоже объездил всю Англию, поэтому могу вам это сказать совершенно, так сказать, определенно. Вот этот БАД, который она решила, что она делает БАД тем, чем она застроит всю Россию. Ну, конечно, это было бы потрясающе, да? У нее тоже была вот эта идея застроить всю Россию типовыми домами. Вы знаете, чем это кончилось чудесно. Все вы знаете, как у этих Захарова, там, Атамона, все эти типовые дома, приезжая на места, обрастали... Две секунды. Ну, две... Да подожди секунду, Гриш. Две секунды. Нет, нет. Да не нужен мне Александр. Екатерина. Екатерина привезла сюда, на самом деле, в общем, сухое палладианство, сделанное англичанами. Там, ну, у нас было много, ну, англичане плохие, это, архитекторы, Борис. Ну, плохие. Ну, плохие. Хорошо, это ладно. Надо знать. Мы сейчас углубляемся уже. Это мне просто кажется, для того, чтобы понять, что она стала, опиралась не на тех людей. Кваренги там попался, я как-то под рукой. Ну, хорошо, попался. Да, неважно. Хорошо. Короче, ладно. Вот как получилось волнами, но самая выдающаяся архитектура – это архитектура расстрели. Ну, вот это любовь, русская любовь. Да, ну хорошо, я думаю, что на этой ноте мы завершаем нашу дискуссию. Мы будем все-таки надеяться, что русская школа неоклассики себя еще проявит, и страна наша будет процветать от этого, и что все-таки новые города, что в них появятся, традиционные, ну хотя бы центры традиционные, да, и это будет уже очень мощно и здорово. И пусть они стоят 250 и больше лет. Спасибо. Спасибо всем.